И всем привет, с вами я первый. Мы начинаем играть теперь в полноценный не бета Titanfall. Не знаю, как вы ждали ли у меня на канале или нет, но в общем говоря, я все-таки решился и купил эту игру. И решил, что да, я буду в нее играть. Тут есть какая-то компания, тут есть какая-то непонятная фигня. В общем, смотрим, что это тут вообще такое там показывают. Какой-то бред. Это не будем мы смотреть, пожалуй. Это еще скажет, ой, кусочек ролика, вы че вообще грешили, мы ваш канал забаним. Так, что у нас обучалка будет, что ли? Я же уже проходил ее. Еще в бете. Не, походу. Объект разрешено использовать только военным. О боже, это русская озвучка. Гражданским лицом является преступлением первой степени. Окей, ладно, придется его пройти, но если кто не видел еще, можете посмотреть видео по Titanfall Beta, там я проходил обучалку, пока я пройду ее самостоятельно. И вот, наконец-таки, я прошел скучное обучение, которое мне вообще показалось крайне легким. И как мы тут наблюдаем, тут есть компания, так что давайте попробуем, что ли. Видно тут. Она в коопе, поэтому идет соединение. Все по первому левелу, ничего нет. Прям с нуля. Ладно. Старт через 70 секунд, поэтому подождем. Экипаж, говорит Биш. Сегодня в 8 часов утра генерал Андерсон скончался от полученных ран. Все флоты в секторе в нескольких прыжках от нас. Короче, мы сами по себе. Как были всегда. Оставшегося на наших кораблях топлива не хватит и на 2 часа. Выбор у нас небогатый. Или мы найдем здесь топливо, или просто вымрем. Сара, зачитай донесение. Все источники топлива под контролем АМС и хорошо укреплены. Наша цель — удаленный уголок системы Юма. Там у нас будет время для рейда. Пилоты Титанов, пока флот будет заправляться, займитесь ПВО. Ребята, давайте поднатужимся. На нашей стороне эффект неожиданности, но это ненадолго. Удачи! Конец связи. Так что за компания? Тут 6 на 6, я смотрю. Что тут устроили? Захват опорных пунктов. Надо было обычный режим брать. Посмотрим, что за херня такая. Тут есть и новички вроде меня, скажем так. Первого, ну, не совсем я новичок уже, конечно. Вы понимаете, о чем я. Старая знакомая карта с бетки. Мне кажется, ее даже не. Она даже ни капли не изменилась. А тут еще и она в компании какой-то. Что тут будет вообще? Остро нуждается в топливе. Добыча газа. Старкрафт, что ли, у нас будет? Виспен добывать будем. Так точно, Фантом-1. Цель — рейд. Поворот на 1.4.9. На основной ТП доложите. Почему текстурки там мутные такие, где максимальные настроечки графона? Прыжок через 3, 2, 1. Прыжок! Полетели, Старкрафт пошел. ФПС упал. У большей части кораблей топливо на исходе. Выбора нет, сейчас или никогда. Сара, ничего, реально Старкрафт спагетти. Иначе конец. Флот верит в вас. Пошли, пошли. Да, да, верит этот флот. Макор, вверх по дороге, остальные
Я хотел быть ассасином, ну ладно. Кому-то титан так, даже командир, достался. Это операция по захвату пунктов. Возьми под контроль как можно больше пунктов и подключи меня. Вот а и... я позабочусь об остальном. Игрок какой-то бегает. Отлично! Что значит расходная хорошо, карта отменена? Насосы, браво, это тут сидит игрок. Ты приближаешься к право. Остерегайся противников. Нравится мне все это. Отлично. Я первый. Еще по блютузу топливо передает. Угрил! Поздновато я среагировал. Мне так не хватает автоприцела. Ну и хрен с ним. Мы теряем браво! Где-то тут... Замечен вражеский пилот. Пилот вражеский. Мы потеряли опорный пункт. Браво! Доберись черт! На него и где он? Опа. Хорошо, Чарли под контролем. Мне все еще нужны альфа и браво, чтобы скорость подачи топлива была максимальной. Много хочешь ты, по-моему. Блин, зачем я на него нарваться решил? Хорошо, приятель. Топливные насосы браво работают. Одноклассник получает топливо. Воу-воу-воу! Ты откуда взялся? Так, нет. Надо бы тоже усилить титана. Мы теряем право! Опорный пункт Чарли потерян. Всем подразделениям. Нужно вернуть контроль над Чарли. Мы потеряли опорный пункт Браво. Так, титаночка уничтожен. Блин! Мой титан! Черт, мне надо к моему титану двигаться. Хорошо, приятель. Топливные насосы. Это космонавты, мы под обстрелом! Стиш, нейтрализуйте турели как можно быстрее! В курсе. Командир, давай к пункту, подключи меня к системе, турели мои. Бой идет о раундах, а миссия еще далека от завершения. Где мой титан? На что мы способны. А, вот он мой титан. Отлично, он сам ко мне пришел. Задействован режим. Прямо по курсу опорный пункт Чарли. Разыщи терминал внутри здания и подойди к нему, чтобы я смог подключиться. Где-нибудь в углу встану тут. Я деактивировал вражескую турель на этом опорном пункте, получая доступ к системам подачи топлива. 50%. Хорошо, приятель. Отлично. Согласно получает топливо. Защищай опорный пункт. Кто-нибудь защищайте там. Я, короче, побежал на Браво. Альфа. Мы потеряли Альфу. Отлично. Опорный пункт Браво находится в здании перед тобой. Разыщи терминал и подойди к нему. Нет, я слишком толстый, чтобы туда сбираться. Тут меня стреляют! Йоу! Внимание! Высокий уровень угрозы! Внимание! Все обнаружили
Идите нафиг, короче. О, отлично. И растолпай этого вражеского титана. Чертов титан! Где кто торчит? Мы тут все потеряли. Я пойду, Чарли, помогу. У АМС весомое преимущество. Впрочем, у нас еще есть время. Стой на месте! На! На тебе, подсрачник! Это было здорово! Воу, полегче! Чертов титан! Нравится мне все это. Приятель, опорный пункт Чарли подвергся атаке. Направляйся к нему. Оху! Тихо. Камилк. Титан, я Поля, жду тебя. Хорошо, так, пошел Титан. Управление передается пилоту. Отлично. У нас Альфа и Б. Надо его раздавить, черт делает. Внимание, на корпусе. Рекомендую покинуть кабину и устранить угрозу самостоятельно. Браво, атакуют! Это красноглазка, мы на грани уничтожения! Бери, срочно, Литвик! Есть красноглазка. Быстро! ИИ отключен. Задействован режим пилотирования. Вперед. Хорошо, приятель. Красноглазка получает топливо. Защищай опорный пункт. Внимание, система жизнедеятельности. Где кто? Зачем я вышел? Так, приятель. Так, куда бы мне убежать? Мы потеряли Альфу. И Чарли тоже. Так, приятель, ты приближаешься к Чарли. Остерегайся противников. Ты. Приятель. Отлично. Опорный пункт Чарли потерян. Всем подразделить. Да, все, вижу я. Это нереально. Мы потеряли титана. Да, отлично. Вообще. Прям перед носом у него. Как Чак Норрис пытался на Гойла, но... Это хреново вышло. Точнее, это вообще не вышло. Все системы подачи топлива отключены. Я смогу включить их снова, если обеспечить... Звуки отстают, что ли? Я не понимаю. Еду в капсуле по лазе. Ой, йоу, где там? Гад сзади. Так, приятель, ты приближаешься к Чарли. Остерегайся. Да, спасибо, Кэп. Тем любезнее! Это красноглазка, мы падаем! Мы уступили этот сектор АМС. Высылаю корабли. Двигайтесь в ближайшее пункт. Вы добрались до пункта эвакуации. Корабль вот-вот заберет вас. Пытаемся как-нибудь
Где этот чертов корабль? Хоть раз выживу. Что ж, флот получил достаточно топлива, чтобы протянуть еще месяц. Внизу был полный хаос, Биш. Наша тактика никуда не годится. Сара, ни у кого из нас нет опыта командования войском такого размера. Отлично. Нужно работать с тем, что есть. Другого выхода нет. Вперед! Вперед! А, не порушен! Отлично! Еле живы! О, первый раз ушел! Вот это поворот вообще! Я единственный эвакуировался, что ли? Все подохли, воу. Моя защищенная тактика спрятаться за стеной все-таки как-то мне спасла. Отлично. А что, продолжение кампании будет или не будет? Сразу два уйла качнул. Первый уйл пошел. Окей. Внимание всем! Мы здесь и все еще живы. Большая часть нашего флота уцелела в рейде, прихватив топливо еще на месяц. Я хочу за убийцу играть, почему мне нельзя? Компьютеров операция прошла успешно. Только негоже расплачиваться жизнями людей за топливо. Напротив, нам нужно завербовать как можно больше народу любым способом. Сара? 2 часа назад мы получили сигнал. Эй, небольшая колония! Это еще кто-то меня! Чувак, что там с тобой? Необитаемого сектора. На картах там нет никакой колонии. Не исключаю, что АМС хотят заманить нас, поэтому сначала на разведку отправитесь вы. Если это поселенцы, им нужно помочь. Глядишь, и заручимся их поддержкой. Удачи вам, пилоты. Конец связи. Я хочу за убийца. Почему мне нельзя? Почему мне нельзя за ассасина? Почему за нас вообще никого нету? Чего я единственный третьего левого? Все прокачанные гады. Играют в компанию. Ты что, и текстурки что ли русифицировали, я смотрю, или как? Вон там. Или это 3К просто, или а не за К. Не, не русифицировали. Ну и ладно. Оно особо не надо было. А вот эту карту я на бете не видел. Кауния. Что у нас тут есть? А, милиция. Я единственный спасся. И вот у меня новый отряд. О, убийца. Этот отлично. Сигнал бедствия получен 4 часа назад. Так, первое отделение на месте. Они проверят координаты сигнала. Ответьте 3-2. Что там рядом с башней? Башня выглядит заброшенной. На улицах мертвые колонисты. Выживших не наблюдаю. Ясно. Пилоты, посмотрим, что тут. Рассредоточьтесь, встреча у южных ворот. Будьте осторожны. Надеюсь, я смогу выжить в этой кровавой бойне. Уничтожить его, огонь! Это Джокер 3-2, вступили в контакт с противником. Какое-то новое поколение автоматизированных боевых подразделений. Эти штуки тут повсюду. Принято, 3-2, высылаю десантные корабли. Расчетное время прибытия 30 секунд. Пилот, это уже не спасательная операция. Биться будем насмерть, готовьтесь. Убейте всех. Биш, займись журналом аварийного маяка. Я хочу знать, что здесь произошло. Никто не знает, куда делись эти гады. Блин, я почти в него попал. Зашибись. Да блин, вы задолбали сзади. Ладно. Ладно. Я же убийца, я же ассасин. Я ловлю какой-то сигнал, но он искажен. Дай мне немного времени поработать с ним.
убью, что ли, я не пойму. Ассасинус где-то наверху. Черт, как бы мне к тебе забраться? Да я же его ударил ногой! Как он меня убил? Но время на то, чтобы изменить ситуацию, еще есть. Так точно. Ожидайте высадки Титана. Не лучшее место для Титана. Ладно. Передаю управление. Я расшифровал входящий сигнал. Удалось выделить только гоп. Включаю воспроизведение. Я еще как-то сдох. Неужели хоть кого-то убил? Пошел, Титан. Блин, звуки моросят, что ли, я не пойму никак. Кто живой есть? Отлично, левел. Звуки реально моросят как-то. Зачем мне выбираться? А? Нужен пилот противника. Конечно, не лучший выбор я сделал убивать этим. Сара, я идентифицировал говорящего, но этого не может быть. Его зовут Макал. Когда я был новобратом, он уже был легендой. Хорошо, выясни, откуда он ведет рейс. Отлично. Отлично. Но АСИ наступает на пятки. Нужно удержать преимущество и победить в бою. Че, кто-то есть еще. Вот кто-то тут есть. Это был Спектр. Я думал, игрок кто красивый такой отмечен. Отлично, пилот! Мы надрали им зад. Отлично. Не пускаем к ЭВХ-пункту. Я уже почти определил местонахождение выживших. Сара, я нашел, откуда исходит сигнал. Открываю канал Спектр. Кто бы вы ни были, назовите себя. Да какая разница, кто это? Да! Мы пытались выследить вас, но почему-то нашли нас, долбанное ополчение. Мы не хотели вашей войны, так вы принесли ее в наш дом. Устроили резню мирных жителей. Мы откликнулись на ваш сигнал бедствия. Повторяю, назовите себя.
Это Джеймс Макаллан. Ранее работал на AMC. Хотите помочь? Так приходите и заберите меня. У меня здесь выжившие. Их нужно вывести. Подождите. К чистоте подключилось командование AMC. Тебе не стоило объявляться, Макаллан. Грейвс.